Жизнь на филологическом факультете, как и в целом в Брестском государственном университете имени Пушкина, насыщенная и интересная. Администрация университета и факультетов старается создать для молодых людей такую атмосферу, в которой им бы хотелось не только учиться, но и развиваться. Многочисленные фестивали и конкурсы, праздники и конференции. Ко всему этому приложили свою руку те, кто сегодня с легкой грустью в душе покидает филологический факультет. Мы сегодня выпускаем большой мир в профессию. 157 выпускников филологического факультета, трех специальностей. Это выпускники, которые учились у нас и 4, и 5 лет. Сегодня мы вручим дипломы не только студентам дневной формы получения образования, но и заочной. 157 молодых специалистов. Именно столько юношей и девушек теперь начнут свой новый путь. Но это будет позже, а пока они еще выпускники. Красивые, нарядные, с горящими глазами, с жаждой новых открытий и приключений. Я студентам говорю о том, что бывших выпускников не бывает. И вы навсегда останетесь выпускниками Брестского государственного университета. И очень приятно, что диплом в этом году они получат тот год, когда университет получил премию правительства в области качества. И мы надеемся, что этот диплом для работодателей будет тоже являться диплом со знаком качества. Разговаривая с председателями госэкзаменов на различных факультетах, и на юридическом, и на филологическом, и на психолого-педагогическом, и физико-математическом, и, в общем-то, всех других, все довольны, как подготовлены наши выпускники к работе по специальности. Особая гордость филологического факультета – дипломы с отличием. В этом году их получили 13 студентов-белорусов и одна студентка из Туркменистана – Майя Аджарова. К слову, диплом такого особого образца среди иностранных студентов у нее единственный в ВУЗе. Когда-то давно я загадала о том, что я должна получить именно красный диплом. Не знаю, наверное, мне помог Господь Бог, близкие преподаватели, опять-таки. Поэтому я очень рада этому. Годы эти прошли великолепно. Наверное, это такой ценный опыт в моей жизни, который я никогда не забуду и который пригодится мне на многие-многие годы. Практики, пары, общение с людьми, с новыми людьми. Тем более моя специальность – журналистика. Это требует определенного рода навыков, личностных каких-то качеств. Поэтому, я думаю, мне удалось добиться многих целей, которых я себе поставила. Студенческие годы не такие длинные, как школьные. Однако именно они оставляют в душе самые светлые и теплые воспоминания. Да, с этого момента пути этих юношей и девушек могут разойтись. Но веселые пары, насыщенные практики, бессонные ночи и совместные праздники будут вспоминаться еще очень и очень долго.